Мероприятие организовано совместно Десногорским отделением партии «Единая Россия» и администрацией муниципалитета. Темы встречи, которая прошла в городской библиотеке, актуальны особенно для жителей Атомграда, как города для молодых родителей. Обсуждались льготы и преимущества для семей с детьми, над которыми сегодня работает Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, и в частности депутат Госдумы Ольга Окунева. В нашем комитете весь семейный кодекс, все, что с ним связано, принимается. Комиссия по делам несовершеннолетних, работа органов опеки, работа органов ЗАГС тоже в нашем комитете. То есть вот все, что связано с семьей, с детством, с несовершеннолетними. В диалоге приняли участие представители администрации муниципалитета и общественных организаций, депутаты и инициативные жители города. Тема улучшения демографической ситуации для многих граждан связана с насущными и актуальными вопросами. Об индексации материнского капитала, денежных выплатах на детей, обеспечении жильем детей-сирот, выплат алиментов и многих других. Безусловно, мы заинтересованы, чтобы эти деньги как можно быстрее пришли в область. Или они придут в муниципалитет, или они придут в Смоленскую область на строительство медицинской организации, в которую приедут дети из каждого муниципального образования Смоленской области. То есть любое направление – это все равно развитие на территории. Также обсуждалась возможность открытия в Десногорске школы грамотного родителя. Партия «Единая Россия» уже второй год реализует этот проект в рамках программы «Крепкая семья» в Смоленске. Он призван повысить компетенцию родителей в вопросах психологии и внутрисемейных отношений. В этом направлении у Десногорска есть и свои собственные результаты. В наших четырех общеобразовательных школах везде есть педагоги-психологи. И вот работа с ними, с их участием, с их помощью – нам очень-очень помогает в работе с нашими детьми. Десногорск – уникальный город Смоленщины со своей положительной спецификой. Атомград отличается от соседей в том числе и большим количеством молодых семей, в которых нередко по два и по три ребенка. Хочется городу Десногорску пожелать, чтобы численность населения увеличивалась, чтобы семьи были многодетных, чтобы все семьи были счастливы и знали, что благополучие возможно достигать только совместными усилиями. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ.